Большое спасибо за донат, Виктор из Магад Эсгуарда. Текст доната был такой. Я слышал, что Тачем-то паук, например, предположительно был прототипом этих ребят. Ну, вполне вероятно, что частично образ был основан на пауке. Именно образ поведения этого чувака, как он там называется. Я просто, ну, я в курсе коротко Лора Лапенко, но в целом очень коротко, поверхностно, потому что мне, честно говоря, не нравится Лапенко совсем. Либо, ну, может быть, мне просто не очень понятен юмор, но даже в тех местах, где, как мне кажется, ну, понятно, типа, что это пародия там на что-то, на советское и так далее, но мне он не смешон. Вот, ну, короче, да, частично паук, частично группа Говнида на самом деле здесь. Явно прям чувствуется влияние. You Know называется песня. А, You Know он постоянно говорит, да, по-моему? You dream your eyes until the morning to fly. You live your burning footprint in the sky. Oh, you are... Кстати, по-моему, там на гитаре, ну, короче, знакомый мне чел. То есть он, блин, то ли мы просто с ним как-то переписывались, то ли он даже донатер. В каких-то песнях точно там... Один чел, которого я знаю. Ну, в смысле, именно мы общались. Не так, что, типа, я его знаю, потому что я смотрел его там где-то супер в интернете. Короче, если я не вступил в Шуе, то это знакомый мне чел, у которого раньше была группа с названием что-то типа He Called Her Jane, что-то, короче, такое. Мы какой-то даже клип смотрели. Вот. И я не помню, как мы с ним именно взаимодействовали, но как-то, ну, типа, общались чуть-чуть как-то. Вот, Константин Глуздаков. Соло-гитара, бэк-вокал, флейта, клавиши, текст. Вот, вот, по-моему, он. Ну, это прикольно. Даже здесь, то есть это типа неплохо, но это же не смешно. Вот, ну, я не знаю, ну, может, есть даже где-то текст, но, может, если это... Ну, просто мне кажется, я примерно понимаю, о чем там, но мне не смешно все равно. И, ну, блин, тогда там пантера косит, типа, да что-то. Ну, давайте глянем текст, может быть, там очень смешной текст. Но... Просто, как бы, как сам материал, допустим, это не смешно. You drink your ears in the morning to fly. You leave your burning footprints in the sky. Что-то. You are the lord of ginger paradise. You are cobra's skull right in your ring. Spikes your engine petals. Ring. Ну, короче, здесь текст именно не подразумевает какую-то шутку. Это вроде как просто текст, иронизирующий над такими рок-текстами. Я именно как высокий профессионал именно комедийной музыки, и вот с этим даже не спорьте, ребята. Если уж я хоть в чем-то хорошо разбираюсь, так это именно в комедийной музыке, потому что, сука, именно этим я и занимаюсь уже, блядь, 10 лет. То я вам говорю вот именно как... Как комедийный музыкант, как музыкальный критик, да, как все такое, это не смешно. Вот что самое ужасное в этом. Это типа. Ну, над чем посмеяться? Ну, может, чуть-чуть манера кривляется, он типа такой что-то изображает там из себя. Может, там какие-то локальные вставки, может, я не знаю, честно.
Но в целом не смешно. Хорошо звучит даже там, ну, более-менее все. Музыкально сделано, ну, нормально. А прикол в том, что у них другие песни тоже не смешные. То есть те, которые на русском, там тоже, ну... Блин, я какую-то одну, по-моему, нашел, которая была ничего так. Ну, честно, я еще просто... Сейчас все подумают, что вот там, типа, я не знаю, страшно, блядь, просто хейтер, там, завистник, еще что-то. Ну, я говорю честно, как думаю. Типа, почему я должен говорить по-другому? Никогда ни хрена, в принципе, вот, ну, что-то хотя бы там, ну, как-то хоть немножко там что-то было такое цепляющее. Все остальное... Очень слабо. Знаменитые соло пошли. Поехал. Ну, как бы да, будку с собой взять не смог, поэтому вот лежу на диване, чилю. Куда поехал, секрет. Получился, кстати, русский рок все равно на английском языке. Это тоже печально. Ребят, слушайте группу Говнида. Вот это я понимаю, блядь, материал. Там, не знаю. Обоссанный Грааль, Дворец Князя Тьмы. Колесница бомжей. Дрестающий ангел. Понял. Вот. Просто по идее, мне кажется, что это все-таки должно было быть... это задумывалось как что-то прикольное, как что-то смешное. Как, ну, не просто, типа, альбом лишь бы сделать, лишь бы... блять, я не знаю, короче. А как, типа, дополнительная такая штука, чтобы... добавлять большую прикольность этой легенде про группу там Багровый Фантомас и так далее. Может быть, чтобы какие-то концерты потом давать, еще что-то. То есть стоило сделать все-таки, ну, как-то... Хотя, с другой стороны, учитывая, что и юмор в целом, он в Фантомасе специфичный такой на аудиторию какую-то...
Ну, может быть, им это будет смешно, кстати. Может быть, действительно, просто я через призму своего восприятия зря это прогоняю. А так, типа, это вообще супер. Еноблин, как говорится. Супер угарно. Ну, может быть, не знаю. Но мне не очень. На помощь, ну, спасибо в любом случае за донат большой. Мужики взбунтовались! Церковь нулей тоже спасибо. Помощь!